осторожно, тут магнитик внутри. О, видишь, такой миниатюрический. Пил тоже. Следующий. Ну, вот этот магнитик этот маленький. С этим вместе. Что ты второй? В смысле, он внутри в том. Видишь, этот пин получше, чем тот. Прогоревший, ну. Этот. Черный. Это не бошевский. Это Бош? Тут Бош. И этот Бош. Это старый, это новее. У меня две форсунки мининая. Одна от семерки трехлитровая, наверное. Я старая. Не хватает, а, хватает запчасти. Он не должен был в той стороне быть. Магнитик. А, не, он, подожди, он ползет вообще-то. Все правильно. Только хорошо магнитный, тоже он легче достать. Слышишь, будем пол-литра золота залить вместо бляха этого. Тут залита жидкость специальная, концентрат. Разбавляем с литром кипящей воды. Ну это да, ну это по пропорции, знаешь, на литр 100 граммов. Ну вот, форсуночки. Ну вот это заевший. Вот это там и проблема, когда заедает. Тоже дерьмом наросшее. Ну, короче. Все, да? Да, литр кипятка. Там да. Все магнитики на месте. Там да. Так, литр кипятка. Ладно, несем сейчас литр кипятка. Ждем. Ну. Сейчас можно. Реклама ему делается. Смотри, такой вот они прям, блядь, форсунки мои варили. Ну их нахуй, блядь.